Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play. Продолжаем мы проходить Assassin's Creed Valhalla, празднование Йоля. Тонкое снежное одеяло укрыло Рейвенсторп, одни стали совсем короткими. Члены вашего клана украсили поселение и подготовились к традиционному празднику Йоля, чтобы поднять себе настроение. Присоединяйтесь к веселью. Пусть мед течет рекой, а Йоль будет для вас теплым. Нихера себе. Праздник Йоля, новое задание. Ивент, что ли, какой-то? Ну давай, если я не забуду, к концу серии сгоняем в наше поселение. Посмотрим, как они там украсили поселение. Все чаще и чаще стал я... Мне не по душе этот аббат. Он скрытен и честолюбив. Скажет ли он, где искать Фулки? Нет никаких сомнений, что аббат ее друг. И если он не поймет, в чем наша цель, мы можем преуспеть. Верно. Знаешь одну старую историю? О скорпионе и лягушке. Нет. Детская сказка? С хорошей моралью. Скорпион хочет пересечь реку, но не умеет плавать. И просит помощи у лягушки. А потом ужалил ее, да? Соглашается, но при одном условии, что скорпион ее не ужалит. А скорпион жалит ее, мол, такова его природа, и ну оба да. Тонут. Скорпион пересекает реку, жалит невинного человека, и тот умирает. Так в чем, по-твоему, соль? В том, что твои истории мутные и двусмысленны? В том, что у каждой тысячи возможных концовок, многие из которых неожиданны. Если аббат не скажет, где искать Фулки, я убью его. И мы продолжим путь сами. Суровый подход к делу. Но нормальный. А ты зачем это, араб, блядь, ебаный, перевираешь историю? Все правильно Эйвор сказал. Лягушка... Бимисфилд уже рядом. Веди, я следом. Лягушка согласилась перевести. Ты че, блядь, ты зачем... Надеюсь, что все это не напрасно. Лягушка согласилась перевести скорпиона. И пока она его перевозила, он ее жалил. Надеюсь, что все это не напрасно. Когда аббат расположит к себе Тедбурга, а лягушка спросила перед смертью скорпиона, какого хуя если ты делаешь? Сдержит свое слово. А скорпион сказал, такова моя натура. И оба они утонули. Все правильно Эйвор сказал. Ты че врешь? Такое предание, не предание, если как узнают, будет плохо. Басня, не знаю. Найдите и похитьте. Лети же, Сюнин. А... Нихуя себе. Я? Нет. Но там народ идет, и нам надо быстрее отсюда съебать. Прям очень быстро. Прям вот в кусты сесть. Все. Пойдем. Да куда ты пошел? Лупень, блядь. Мы же с тобой два ассасина, мать твою. Тут специально для нас дорожку проделали из кустов. Я все какую серию пытаюсь скрытно пробраться и никого не убивать. Но у меня не очень получается это. Так вот, с чего я начал. Все чаще и чаще слышу хвалебные отзывы по поводу... по поводу чего? По поводу Вальхаллы, по поводу Watch Dogs Legion. Какой он невероятно крутой по сравнению с киберпанком. Здесь блять, полно стражников. Месяц назад хуярили вдоль и поперек. Что это за говно? Как вы могли это выпустить? Сейчас все уже хорошее. Какие люди лицемеры, пиздец. Не уверен. Не это, не осуждай. Так, здесь за... не заколочено, а задвинуто. А как бы нам этих двоих? А, свистнуть. Кто пойдет? Никто, бля, не идет. Не прохлаждайтесь! Время деньги! Оплачу что вам я! Кто смеет перечить великому Тену Дедмунду? Ты кого убил? Работайте быстрее! Блять, дурак! Тихо-тихо-тихо! Да я легко найду целую дюжину работников получше вас! Ага. Так, нам нужен перелез. Да перелезь ты, блядь, барон. Ой, сколько тут всего.
Слиться с окружением. Я боюсь, что нас заподозрят. Блять, нас заподозрят. Нет, нет, спасите! В смысле? А как его это? Как его похитить-то? Давай, ты отбиваешься, я связываю и бежим. Я не тот, кто вам нужен. Ты... Пустите меня! Перестань орать или умрешь. Погнали. Умру? Боже, сохрани! Умрешь? Тебя спасет молчание, Тедмунд, а не твой бог. Вот удобно с Басимом, он там пока всех это... Отвлекает на себя, мы убегаем. Стой. Жить? Неужели пешком его потащу? А ты... Садись на лошадь, к тебе лошадь приехала. Красавчик. Вообще нормальный напарник. Он хоть какой-то мутный тип, но... Как напарник он меня, в принципе, устраивает больше остальных. Нужный человек у нас. Ну что, сердце забилось быстрее? А тут камни. Я думал, ты любишь действовать скрытно. Мы так и сделали. Быстро похитили жертву и сбежим, пока за нами нет погони. Чё? Мы прячемся у всех на виду. А, на земле. Ждем нужного момента, чтобы нанести удар. Мне по душе действовать открыто. Владык, любящих тайны, люди не понимают. Но ты, как владыка, не можешь отрицать, что без обмана и интриг порой не обойтись. Сколько людей из твоего клана знает, почему пропал Сигурд? Вот видишь? Каждый владыка должен знать, когда лучше промолчать. Ведь молчание не всегда ложь. Но порой кажется ей. Вижу, ты отлично скрываешься у всех на виду, да? Во всех смыслах. Я все делаю как следует. Я его положил на землю. Что надо-то? Подобрать. Положить. Да, блядь, да не на лошадь. Подобрать. Вот сюда. Положить. Находится на земле. Что надо, блядь, от меня? Доставьте. Ну, я доставил. Вот тебе мегалиты. Что еще? Давай коней отгоню. Может, кони скрипят? Да куда ты сел-то, блядь? Может, кони мешают? Сел он, блядь, на коня. Подобрать. Вот, пожалуйста. Для выполнения задания цель должна находиться на земле. На земле. Вот, пожалуйста, вам супер оптимизированная игра. Стойте, даны! От имени Альфреда, короля Уэссекса, я требую освободить его подданного. Не подходи, христианин, или я убью его. Нет, я не тот, кто вам нужен. Почему это? Не своди с него глаз, он стоит мешка серебра. Только дернись, и тебе не сдобровать. Он у нас. Закончим поскорее эти игры и разойдемся. Это точно Тедмунд? Он в одеждах лорда, но несколько ниже и толще, чем мне казалось. Я тебя сейчас убью. Я не Тедмунд, не он. Клянусь святым распятием, что я не Тен Тедмунд. Что здесь происходит во имя Господа? А я ебу. Кто ты такой? Говори живо, или пойдешь на корм воронам. Шергар! Меня зовут Шергар. Лорд Тедмунд платит мне, чтобы я притворялся им. Брат Шергар? Ты из монастыря святого Августина. Я оставил монастырь много лет назад, святой отец. У меня иное призвание. Ты нам еще пригодишься, Шергар. Устрой нам встречу с Тедмундом. Вымани его. Тедмунду плевать на меня и мои слова. Он не дает мне приказы лично. Я едва его знаю.
Значит, ты бесполезен. Может, просто убить тебя сразу? Нет, стой, стой! Дай подумать! Дай подумать! А, Даны! Чтобы взять замок, нужны Даны! Мне велели остерегаться их лагеря к западу отсюда. От лица Тедмунда я дал приказ солдатам их схватить. Если поторопитесь, можете успеть сами. Если еще один отряд Данов пойдет с нами на приступ Рочестера, мы сумеем проскользнуть внутрь. Если саксы их не перебили. Для наших воинов я Тедмунд. Могу приказать их капитану отозвать людей. Смелая затея. Узоры, что плетут норны, не распутать смертным. Кажется, все пути ведут в Рочестер. Надо было сразу об этом говорить. Готовься. Мы дадим знать, когда соберемся похитить Тедмунда. А этот глупец слишком много знает. Возьмем его с собой. Он пойдет с нами. А если предаст, я поджарю его на медленном огне. Ты не пожалеешь. С моим острым умом мы избежим кровопролития. Но это вряд ли. Болтай поменьше. Мы ведь можем и передумать. Так, где моя кобыла, верно? Эдмундом становится все неприятнее. А как ты стал его двойником? Много тяжких испытаний. Блин, там чуваки слышали. Ты куда? Мы... А как ты стал его двойником? Много тяжких испытаний пришлось сперва преодолеть. Угораздило же родиться похожим на другого. Не стоило мне сходить с пути Божьего. Как же ты оступился? Я седьмой сын бедного Керла. У отца хватало нахлебников, и он отдал меня в монастырь. Нормально. Общество монахов не подошло тебе? Я думал найти утешение в их размеренной жизни, но меня ждали лишь молитвы и тяжкий труд. Нам не понять замыслов Норна. Теперь твоя жизнь зависит от сплетенной тобой лжи. Я скверный притворщик. Сбиваюсь, руки потеют и запинаюсь, когда волнуюсь. Но я попробую. О, вот залог большого успеха. Какой? Капитан плохо знает Тедмунда. Если не горячится, он меня послушает. Надеюсь. А может и нет. Опоздали. Всех перебили. Ужасное зрелище. Мы должны спасти уцелевших. Любой ценой. С капитаном нужно быть осторожней. Он много пьет и может убить под горячую руку. Да, это я, Тен Тедмунд. Я здесь, чтобы обсудить приказ, который нынче дал вам. Из-за него нас всех перебьют. Тебе недолго осталось жить, свинья! Молчать, псы! Удачи, Даны! Для меня это слишком! Я убью главного. Бля, вот это вот с замедлением прикольная штука. Вот ты тебе. Точно главный? Попробую повторить. Чё-то не очень похож. Убейте вла... Их, наверное, можно было не убивать. Но я чё-то поэту поторопился. Ну ладно. Здоров. Тихо. Тихо. Вот. Какой-то, может, процент есть от парирования, что у меня ХП восстанавливается. Я тебя раздавлю. Развязали всех, как овец. Нужно их спасти. А я же это, одного развезу. Мы обязаны тебе жизнью. Эти ублюдки саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь. Но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе. Тех, что готовы напасть на своих соседей. У меня есть народ. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгельсдоттер. Нам нужны суда, Руна.
Мы причалили выше по течению, но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгаллу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва. Ради еще большей добычи. Им отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи? И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу у Рочестера с кораблями. А я цепи, походу, пойду, да? Аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Да уже сейчас. Значит, успеем выпить. Лагерь Данов. Какой выпить? Вы чё, бля? Тут войну воюем, а ты не бухать. Ты проделал такой путь, следуя долгу. Это и есть жизнь незримых. Дорога. Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Хм. Для меня дом — семья. Но у меня нет семьи. Нет? А как же Хайсум? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я... Если бы не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Вы же это, а чё не пьете? Палки в костре жгете. Мне не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. И что случилось? Мне жаль. Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг. Учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Ну, это как посмотреть. Эйвор что-то задумался. Вот он и отнял. А топор у тебя вообще другой. Отнял все. Даже не знаю, что сказать-то. Настоящий. Взять Рочестер будет непросто. Нужно подготовиться. Уберите цепи, ну как я и говорил. 500 метров, чтобы убрать цепочки. А, навыки, я сказал. Там же нужно улучшиться до 300 уровня, чтобы пойти и убить волка. Написано, рекомендуемое влияние 90. При входе написано 350, 208. 20 дней будет идти праздник Йоля. Я не могу пойти на праздник Йоля. У меня тут вообще-то важные дела. Надо не забыть. В конце серии. Здорово, оленя. Да не буду я вас трогать, вы как полоумные, блядь, побежали.
Значит... А это не этот замок? Цепи на реке. Значит, в центр нам не надо туда идти. Сейчас побежим вдоль реки и посмотрим, где цепуры. Тут цепи нет. Не стоит привлекать внимание. А там же нет никого. Накинем капюшон, нас так никто не узнает. Нас и так, в принципе, никто не знает. А как они определяют, что это Дан, а это, значит, что? У англичан... А, вон стоит, бля. Что, у англичан бороды не было, что ли? Или топоров? Ну, говорят они на разных языках, очевидно. Вопрос. С какой стороны цепь крепится? Стой, все понял. Там еще какой-то этот. Да. Да. Там еще какой-то лутецкий. На стену, типа, а тут никак нельзя по-тихому. А еще с шипами. Может отсюда можно как-то стрельнуть? Нет, отсюда стрельнуть не получится. Значит, вот по этой стене заберемся. Вот здесь. И там должен быть проход. Так. Скажешь, заперто, да? Не открыть. Только с той стороны. Какой стой? Сядь. Нужно убить воинов и убрать цепь, чтобы корабли могли плыть дальше. Всех? Механизм должен быть внутри. Всех воинов убить? Так, ключ. Ключ я видел где-то. Вон там. Я все-таки хочу попробовать по стелсу побегать. Да надо не слезть, бля. Так лучник спиной стоит. Вот чувак с ключом. Скверный нынче выдался денек для Тена. Окей. Да? А что случилось? Умри! Пробуем зайти сзади. Ну ладно. Ну а какой тут может быть стелс? Бей пёселя. Да пёселя, блядь, бей. Пёсель самые эти. Тихо. Ну вот видишь, у него красная атака меня не сносит. Ну как, сносит, но она вообще мало уже. Да ёпта, кнопки попутали. Мне главное ключ забрать, а там похеру. Трава не растет. А чё замедление спало? Вот, видишь, красная атака не убивает. Вот. То есть она мне наносит дамаг, конечно. А там, у пса, она меня убивает. Заебёшь, нахуй. Пацаны, вы стойте, стойте. Подожди. Ты какой смелый. Умри! Вы же мне жить спокойно, блин, ничего не вижу. Ключ. Добрый клинок. Сейчас ты сдохнешь. Это я копье отбил первый раз в жизни. Все вместе. За счет два очка еще навыков дали. Ну вот, пожалуйста. Это вот по уровню мне, ребята. А волчар был не по уровню. Даже если вспомнить, то Локи был по уровню. Чё? Чё-то подобрать можно. И великан тоже был по уровню. Растоптать. Раз. И добили. А ты тоже жесткий, да? Блядь.
Предупреждаю, что бьешь смертельной атакой. Парировал. Я отвык, блин, давно не играл в игру. А ты чё завис-то, бро? Будь внимательней. Я буду. Вот видишь, он от замедления убегает. Так, а это сильная атака. Раз. Говорит, надо убить воинов. Вот представь, какой бы он ни был искусный воин. Все равно присутствует момент уличной драки. Двое больше, чем один. Каким бы ты хорошим не был. О, два, неплохо. Значит, я получил ключ. А мне еще можно как-то в подвальное помещение, да, спуститься? Там есть какие-то ништяки. Давай вкачаем. Ну, видишь, автопрокачка какие-то полезные навыки все-таки мне добавила. А как? Не понял. Через верх. Ну? Прыгать будешь? Только вниз, видимо. Отсюда? Да, отсюда. И чуть мне дало. К цепям я так и не попал. А, мне, возможно, отсюда надо прострелить. Все, я понял. Падай вниз. Да, вниз, сказал, падай. Отсюда надо прострелить замок. Вот так, все. Говорю же это. Давненько не играл и... немножко забыл механику. А ты, братан, стой. Охраняй. Ну вот тебе, пожалуйста, чемодан. Там будет никель. Конечно же, куда же без никеля-то? А где стрелять-то я забыл? Туда, что ли? Да, блядь. Один сюда. Один сюда. Ну, вообще, по-хорошему, ее можно быстренько назад натянуть. Но чтобы этого не было, надо это... вот эту башню... Цель убрана. Путь для кораблей свободен. Сжечь. Давай все сожжем эту башню. Вандализм. А ты в окно вылезешь? Вылез. Вылез в окно, представляешь себе? Встретись с союзниками. Ну, погнали. Кобыл, ты где? Ну? Так, не забыть про праздник Йоля. Лиса. Сколько тут лис? Волк. И еще волки. Они что-то разбегаются все. Зайцы, волки и лисы живут в дружбе. Здорово. Эйвор, мы ждем твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяин воронов. Хорошо, теперь ждем наших друзей. А мы типа прикинемся саксами, да? Здравствуй, старый друг.
Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, ты вспомнил обо мне. Ха, какая честь. Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Да. Да. Я готов. Собирай я готов. Людей. Я готов, пора, а вы не знаете. Сейвор опять встанет с колен. А давай мы это пропустим. Это же можно пропустить? Да, можно. Что-то я не подумал об этом. А то у нас ё-моё, вот это огромное. Как осада, так мы смотрим это одно и то же. Крепость. Мне кажется, аббат напиздит нам. Так, погнали. Я, значит, это... А если я еще вот так сделал? Нет? Вперед! Щиты! Погнали! Склонитесь предо мной! Ой, как хорошо щитами закрываться. Пацаны, замените там одному. Готовьтесь! Плохо. Тихо. Отойди. Натиск. Надо побольше разгон брать. Вот, он загорается, когда нормальный. Кого беречься? Странный таран, но... Давай-давай, ломаем. В осадах мне больше всего нравится за тараном рулить. Так-то! Блять, они сломаются когда-нибудь или нет? Трухлявые какие-то деревья. Ура! Тихо. Там масло полилось, бля. Вот с маслом жестко тема. Давай ты прогорай уже. Масло! Да ты чё? Осторожно, стрелы! Склонитесь предо мной! Тихо, тихо, тихо. Там, братан, ты чё? Ты зачем зашел в это? Берегись, масло! Блять, короче, нужно это. Так, надо чуваков с маслом нахуй сжечь. Берегись стрелы, берегись масла. А как к ним попасть-то? Вот отсюда. Ой, они сами сгорят. И с другой стороны. Я-то не то слово поплачусь. Все? Пацаны, вы там без меня, да, справляетесь? Так, я пошел к другим. А как мне туда залезть? Через этих? Тихо, 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 тихо. Блядь, не гори только. Все, ты прогорел? Блядь, тихо. А вон, вижу. Тихо. Кто? Кто посмел? Дурак. А чё за красные стрелы? Тихо, тихо, тихо. Надо подлечиться. Господь нам поможет. Тихо.
Жесткие ребята. Надо поесть. О, нашел. Пацаны, вы мне, бля, не до вас. Да почему не парируешь-то, мразь? А чё за это? О, здоровый. Привет. Тор дал мне сил. Отошел, отошел в сторону. Надо было убегать. Да не тот, ну. Стрелы так прикольно в нем торчат. Слишком много. Слишком много. А где толстый? И почему в меня стреляют? Ой, блядь. Тихо, а чё? Не пизди, я нажал парирование. Там всех пацанов порезали. Опа. Тихо. Все. А я ж там взорвал. Или это так не работает? А, там еще. Тихо. Уйди. На платформе получше с ним. Так, а с этого что падает? Откуда тут стрелы-то, блядь? А, они вообще вон оттуда шмаляют. А, пацаны, а таран кто-нибудь возьмет? А, я понял, все понял. Мост. Что с тобой? У пацанов сломался таргет, они просто... Не вижу. Тихо. Пацаны взяли таран. Вперед! Быстро. Быстрей, успеем. Во. Эдмунд прячется в главной башне. Назад. Откуда масло-то? Я взорвал у вас там все. Или только с одной стороны? Подожди. Да вроде нет. Пацаны, давайте. Эйвор, выдерни стрела из плеча стрелу. Ну тут вроде все спокойно. Еще немного! Ну давай. А они красным горят. Может, я их могу так разнести? Ну да, конечно. Давай. Ну вот. Найдите Тедмунда и захватите его в плен. Прикинь, да?
из-за плана аббата тут столько народу полегло. Тихо. Я пошел искать. Я с вами даже вот драться не хочу. Так, ты иди. У вас все равно ничего интересного. Я вот малинку соберу или что-то. Давай. Мы пойдем сразу наверх. Тут не ломается. Тихо. Да что ты? Где он? О, да. Вы победите. Никто и не сомневается. Атака. Я так это, показательная казнь, одного убил и все, и дальше погнали. И тебя. Блин. Весь хороший момент портишь. А где его искать-то? Он где-то прям наверху. Ну, наверное. Да, скорее всего, на крышу. И как же я его отсюда утащу? Почему? А, он похож действительно на него. Вставай! Убьешь меня, обличешь гнев всего Уэссекса! Да ты чё? Рочестер не попадет в руки твоим грязным псам! Волк как тут был, так и стоял. Наконец! В руку. Вот так, хорошо. А мы его убили прям? А у нас, кстати, двойник есть. Может, этого убить, а двойника оставить? Ну все. Ну, короче, вот, да. Добираешься до основной цели, захватить там или кого-то убить, главу, и все. И осада заканчивается. Ты посмел взять этот замок, Дан? Воины Альфреда скоро покарают тебя. Страшно. Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! Умрешь. И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен. Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Ну уж оскорблять не надо было его, Эйвор. Не будешь молчать, придется перерезать тебе горло. Ай! Полегче, язычник! Не так грубо, дикарь! Ну, едем. Ты умрешь за все унижения, которым подверг меня Дан. Ничего личного, Тен. Для меня ты значишь не больше, чем сундук серебра. И ради этого ты взял приступом мой замок и убил моих людей? Да, прикинь. У тебя нет чести. Это у тебя довольно. Нет чести. Или отправишься к саксам без пальцев, но... Да. Эй вы, язычники, отпустите его. Или вам всем конец. И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь. Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра. Дай им все, что просят, Кинеберт. Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Эдмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти
Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Тедмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Сейчас умрет. Я тебе говорю, у нас есть подсадной двойник. Он мертв. Без сомнения от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Он сам себя. Многие короли и пугливые люди носят с собой яд, чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Кеннеберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Я... Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже, боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К йотунам, Кеннеберта, найдем Фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Кеннеберта. Говорить. Говорю. Сегодня ты сражался как настоящий зверь, Гедрик. Твоя клятва исполнена. Я рад был биться вместе с тобой против псов из Уэссекса. Пусть наша дружба будет вечна. Мне не интересны склоки христианских владык. Я здесь ради Сигурда. Понимаю. Как найдешь его, возвращайся. Устроим пир и выпьем меда за нашу дружбу. Ну и охотно. Блевану сейчас от вашей дружбы. И чё, всё? Кровавый прием. Встретьтесь с Басимом. Давай тогда на этом закончим. С Басимом уже в следующей серии встретимся. Ну а на этом заканчиваем плейлист игры. В описании подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.